Здравствуйте, уважаемые друзья. В одном из фильмов я показывал разные ручейники, и моих друзей привлекло внимание изготовление ручейника вот в такой форме. Попросили меня озвучить, чтобы можно было изготовить самим дома. Конструкция ручейника довольно-таки простая и в то же время плавает как пробка. Для рыбы, что немаловажно, оленьий мех и другие материалы довольно-таки существенно влияют на качество поклевки. Лучше всего использовать это перо CDC, но учитывая то, что мы изготавливаем все из подручных материалов, мы будем изготавливать и или из пера куропатки, или из пера перепелки, или же можно изготовить из выреза пера индюка, голубя, вот то, что у вас будет под руками. Я покажу в процессе вязания. Давайте приступим. Крючок я изначально взял несколько другой, чем тот, на котором я изготавливаю, так как рыбалка у меня будет происходить совсем в других условиях. Если на течении, там необходимо, чтобы поверхность соприкосновения была не совсем значительная. Если в заводе, то желательно, чтобы площадь соприкосновения у нас была достаточно хорошая, и в то же время крючок успел проткнуть у нас пленочку поверхностную. Поэтому я использую крючок Тимка 200R. Если, допустим, у вас такого нет, можно спокойно изогнуть его из нимфового крючка, как вы это уже знаете. Немножечко промажем нить, вернее, цевьё клеем и закрепим нашу нить. Нить я беру обычную, где-то порядка, может, 6-0. Можно использовать любую, какая у вас будет под руками. Проматываем для начала почти все цевьё до начала загиба. Если трудно сориентироваться, вот так оставили, посмотрели, как раз это у нас до начала жала. Оставляем в таком положении нашу нить. И здесь будем крепить элементы. Для формирования нашего и крепления тела я буду использовать вот обыкновенно у меня такая нить, которую я распускал, допустим, из строительных разных нитей. То есть я использую для того, чтобы немножко приукрасить наше тело. Это я распускал тесьму, обыкновенную тесьму, которая продается в галантерейных магазинах. Закрепили. Для формирования нашей спинки я для повышения плавучести взял небольшой вот такой вот отрезочек пенки, который, я так думаю, у каждого найдется по остаткам. Если нет, можно заменить его другой пенкой, если есть у вас что-либо в наличии. Нет, можно использовать, раньше изготавливалась специальная такая резина пористая. Крепим вот прямо-прямо для, где у нас шло крепление. Немножко-немножечко вот так вот заходим за край загиба, так как в этом месте мы будем формировать шарик из нашей вот этой пеночки. Сильно не усердствуем, чтобы не перерезать нашу пеночку. Оставляем нить пока так. Промажем клеем. Чтобы подхватилась наша пеночка. И вернемся опять к началу крепления пенки. Для формирования самого тела нам желательно использовать материал, который имеет повышенную плавучесть. Но учитывая то, что не каждый располагает даббингом для полипропилена, из полипропилена, я поэтому креплю всегда сверху вот такую вот пеночку, которая улучшает у меня плавучесть. И в то же время на качество поклевок абсолютно не влияет. Одну пеночку тоже можно оставлять. Можно снизу, сверху, вариантов существует бесконечное множество. Это вы можете экспериментировать.
добавляя немножко, совсем-совсем немножечко нашего даббинга серого цвета. И я добавлю совсем щепоточку голографического даббинга блестящего. Желательно, чтобы вот такой элемент блестящий у нас присутствовал. Если у вас по каким-либо причинам нет такого, есть разные вот такие наборы и продаются в отдельности, приобретите 2-3 цвета, вам будет на очень долгое время хватит этого. И теперь начинаем. Скрутили нашу даббинговую нить. И совсем понемножечку, начиная вот так от самого загиба, формируем немножко вот так наше тело. Сильно не усердствуем, оно должно быть практически в цилиндрической форме. Дошли до приблизительно середины крепления нашего крючка. И здесь пока оставляем. Берем теперь, сделаем пару узелочков, чтобы нить наша не убежала. Будем формировать шарик. Прежде чем я буду крепить наш шарик, нам необходимо его слегка подкрасить. Для этих целей я беру спиртовой маркер желтого цвета, тоже перманентный. И нижнюю вот часть, которую мы будем с вами проматывать и промазывать, потом крепить на тело, всю ее хорошо вот так прокрашиваю. Цвет может быть от оливкового до вот такого. Можно использовать и коричневый, потом поставить пятнышки. Берем теперь ту нить, которую мы закрепили, вот такую вспомогательную желтого цвета. Уберем, наверное, чтобы нам не мешало, нашу коричневую нить. И здесь формируем. Я не вставляю в бобинодержатель, потому что удобно работать руками. Наклоняю вот так, чтобы у меня мой шарик слегка заходил за место крепления. Вот видно как. Видите? И здесь я в месте крепления подхватываю. Стараемся ровненько так, чтобы он вышел у нас вот так вот шариком. Закрепили. 1-2 оборота вполне достаточно. Нить нашу переводим вперед и начинаем крепить нашу пеночку. Точно так же прихватываем, слегка сегментируем наше тело. Перевели там, где мы закончили крепить даббинг. И в этом месте крепим с вами уже, закрепим окончательно вот так нашу пенку. Должна выйти приблизительно вот такая, как гусеница конструкция. Ее практически рыба не видит, но учитывая то, что она у нас улучшила плавучесть, это очень хороший плюс. Убираем теперь эту нить, сделали завершающий узел. Так как мы здесь уже больше не будем с вами уже соприкасаться с руками, возьмем теперь аккуратненько, докрасим то, что у нас еще не вышло здесь докрасить. Вот так. Столько у нас будет достаточно. Теперь нам понадобится для изготовления одного из элементов, я вам потом покажу, даже не знаю, как его обозвать, но функцию он будет выполнять у нас поддерживание крыла. Я со скальпа обыкновенного индийского петушка, вот такое, вроде бы и оранжевый, вроде бы и не оранжевый, среднее между коричневым и оранжевым, оторвал такое перышко, которое очень даже мне подойдет для изготовления сухих мушек. На месте крепления нашей пинки опять крепим нашу нить. И крепим наше одно вот такое перышко. Чтобы было удобно, уберем остатки.
Обычно для удобства крепления можно использовать вот зажим, взять вот так спокойненько, потом убрать все перья, как вы видите, очень даже удобно. И здесь закрепить. Сильно не усердствуем, потому что в основном все остальные элементы мы будем крепить ближе у колечка. Сделаем парочку узелков, чтобы наша нить не убежала. И теперь мы должны с вами вот ровно на 3-5 миллиметрах выполнить обмотку нашим пером, убирая бородочки обратно к нашему загибу. Вот так. Следим за тем, чтобы у нас плотненько, хорошо ложились цветочки. Если перо немножко разъезжается, это не страшно. Мы все равно еще с вами его будем взъерошивать и устанавливать немножко в другую форму, которая ему не свойственная. Поэтому он у нас даже хорошо, что вот так вот топорщится. Как вы видите, вот всего количества пера, которое я планировал не столько даже наматывать, нам хватило. Это даже очень хорошо. Теперь мы с вами берем, захватываем остатки нашего пера и его здесь закрепим. Подхватили, промотали. Сильно здесь не стремимся как-то усердствовать. Отрезаем ось. Пусть волоски у нас торчат. Это не страшно. Подхватим окончательно наше перо. Нить возвращаем там, где были закреплены основные наши перья. И теперь я немножечко поставлю крючок в удобное для себя положение. Вот так. Чтобы вам тоже было видно получше. Мы берем, слегка увлажнили пальцы. И вот все наше перо, которое мы намотали ёршиком, мы должны поднять вверх. Слева, справа берем и культурно весь ёршик поднимаем, вплоть даже, что берем вот так, как я, прокручиваем. Подняли вверх. И теперь аккуратно, удерживая вот так перо, начинаем его прихватывать. Как обычно, если мы, допустим, формируем горлышко. Так мы уже неоднократно изготавливали с вами мушки. Поэтому мы знаем, как это изготавливать. Как вы видите, у меня вышла довольно-таки хорошая, пышная, пушистая, немножко вернем, пушистое вот такое крыло. Все, что мы планировали, нам удалось. Уберем вот эти волосочки, которые здесь у нас снизу. Можно сейчас, можно потом, но лучше сейчас, так как нам ничего не мешает. Убрали. Для формирования основного крыла я подготовил два вот таких перышка японской перепелочки. Если у вас имеется в наличии куропатка, цесарка, любое другое куриное перо, вы его можете использовать, потому что оно несет только эстетическую функцию. У нас основное вот крыло, которое будет удерживать мушку на плаву, мы уже с вами закрепили. Сейчас мы занимаемся чистой эстетикой. Берем наше перышко, подбираем по длине, чтобы у нас подходило, слегка заходило за загиб. Вот так, как я здесь вам показываю. Пока ничего окончательно не крепим, только лишь вот так слегка парочкой оборотов прихватываем. Посмотрели, как оно у нас будет смотреться. Если необходимо, его надо поправлять. Пока нас вот такое расположение крыла. Немножко еще повернем. Вот так.
вот расположение такое крыла нас устраивает. Окончательно мы еще с вами будем сейчас все подготавливать. Устанавливаем также крылышко с другой стороны. Следим за тем, чтобы окончание наших перьев было одинаково. Вот как вы видите, у нас что слева, что справа одинаково. То, что они у нас еще так смотрятся, это не страшно. Сейчас мы теперь с вами будем это все приводить в надлежащий порядок. Подровняли, подтянули. По необходимости можно вот так подтянуть перышко слегка вверх, чтобы наша крыша стала немножечко как черепица, вот так. Оставляем в таком положении. Те перышки, которые вот у нас топорщатся, мы потом уберем, которые нам мешают. Мы сейчас с вами должны окончательно закрепить перо. Удерживаем теперь само перо и слегка прихватим нашу ось. Прихватили. Остатки удаляем. Чтобы наша мушка смотрелась более симпатично, нам необходимо теперь вот подготовить грудку и закрепить уже наше перо, которым мы будем формировать ножки. Я обычно всегда стараюсь выполнить с минимальным количеством материала, поэтому раз у нас в этом месте уже достаточное количество идет закреплено материала, значит мы с вами возьмем перышко, которым будем формировать наши ножки. И закрепим его здесь. Закрепили. Промотали, посмотрели. Значит, столько, сколько вот, допустим, у нас получается, мы будем формировать грудку, потом опушечку сделаем, наши лапки, и здесь будет головка. Значит, немножко нашей грудки нам необходимо добавить даббинга. Даббинг я возьму несколько другой цвет уже. Можно взять павлин, но так как у меня рядышком находится вот такой даббинг, я изготовлю грудку из этого даббинга. Это уже не столь существенно. Подхватили наш даббинг, прокрутили сколько нам необходимо, не отпуская пальцев. Подводим к месту крепления нашего перышка. Промотали, сформировали грудь. Остатки даббинга пока убрали. И теперь, учитывая то, что перо достаточной длины, я увожу бородки слегка назад. И здесь уже выполняю с небольшим шагом. Не так, чтобы было достаточно плотно, но и в то же время мои ножки не сильно ломались. Буквально на 5 миллиметрах мы должны с вами выполнить вот такую опушечку ёршиком. Вот этой длины нам как раз будет достаточно. Закрепили наше перо. Удалили ось. И окончательно здесь уже подхватим. Уведем аккуратненько бородки вот так все назад. Это еще не окончательно, поэтому мы сейчас с вами подготовим для нашего. Можно уже сделать завершающий узел, сформировать, добавить даббинга, сформировать головку, подровнять перышки, и наш незамысловатый вот такой ручейник будет готов к работе. Но нам необходимо сейчас
подготовить усы. Усы можно изготавливать, с чего у вас будет какой материал. Я, допустим, вот у меня был под руками охотничий фазан. Я от него оторвал два волоска. Сейчас вымеряем, какая у нас нужна длина наших усиков. И здесь закрепим. Вот приблизительно столько меня будет устраивать. Закрепили. Остатки материала удалили. И теперь нам необходимо наши усики развести и поднять немножечко вверх. Поднимаем перед колечком, выполним пару-тройку оборотов. И как вы видите, наши усы уже достаточно хорошо поднялись вверх. И для завершения нашей мушки я опять промажу ее немножечко у нас клеем. И возьму все тот же даббинг, из которого я формировал грудку. Можно не усложнять, выполнить его значительно проще. Но меня устраивает вот такой вариант. Если гораздо проще, я потом вам ближе, наверное, к весне покажу. Повторю, очень хорошая приманка. Рыба не сразу выбрасывает, выплевывает, так как это происходит с оленьим мехом. Вот мы нанесли даббинг, и теперь, чтобы, как обычно, не выполнять массу оборотов, я на ней нанесу капельку клея. И сделаем с вами завершающий узел. Мы сделали с вами завершающий узел. Немножечко подровняли наши усики. Подняли слегка вверх. И наш вот такой незатейливый ручейничек, который очень уловистый, готов к работе. То, что величина бородок несколько больше величины загиба, это обусловлено тем, что наша мушка будет в воде находиться вот в таком положении. Наш крючок уже изначально будет пробивать поверхностную пленку и облегчать у нас будет поимку рыбы. Поэтому у нас и выбрано вот такое перо. Если по каким-либо причинам вам будет это мешать или вы захотите выполнить, чтобы это соответствовало, пожалуйста, изготавливайте, как вы захотите. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!